друзья, хочу порекомендовать вам канал «В гостях у Юлечки». На канале автор делится разными вкусными рецептами, снимает очень крутые мукбанги, проводит прямые трансляции, делится яркими моментами из жизни и еще много всего интересного. Так что, друзья, подписывайтесь на канал «В гостях у Юлечки», ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Всем привет, друзья! Приступим. Давайте шаурмы. Шаурма. На углях вот такая сырная лоша. Блин. Сочная. Хотел заказать шавуху в Пите, или в Пите, не оказалось. Шавуха плотная, увесистая. Шампиньончики на гриле. Реально сочная. Сочнее не бывает.
взял люля-кебаб из телятины, так как шавуха у меня с курицей, думал. Вначале хотел взять с курицей, но потом... Все эти дела у меня вышли на 1015 рублей. Хорошо. Картошка тема. Запеченная. Вкус как печенка, короче. Это и есть печенка. Только по-другому запеченная. Thank you.
это довольно сытная тема. Давайте вот так сделаем. Такую тему. Овощная шаурма. Веганский вариант. В общем, все, друзья, прям пища была просто топовая, просто на высоте, просто бомба. В общем, как всегда,